прийшла в музикальну школу, мені сказали купити гідроланник. Для мене він був недорогим, і я його купила. Но впоследствии эта книга стала для меня дорогой, душевной, и я играю большинство пьес из этого сборника. Я бы хотела сейчас исполнить «Дневники, дневники». Это мое самое первое произведение в музыкальной школе. С неба звездочка упала прямо ко мне в объятия. Thank you.